друзья, проезжаем мы стояночку у Железного Человека, по-моему. Да, или просто Железный Человек. Здесь вот как раз памятничек стоит, сделан из конструкции двигателя. Здесь у нас погиб коллега, но я не буду все подробности рассказывать, просто то, что элементарное нарушение техники безопасности. Примерзли тормоза, полез их отогревать, машину не поставил на ручник, и все. И вот так вот, такой глупой смертью погиб. Своя же машина и своя же задавила его. Так, а сейчас как раз у нас впереди, ребятки, происходит то, о чем я вас и предупреждал. Вот один коллега сейчас остановился. А впереди еще 4 идут. Первый едет по принципу, я никуда не спешу. Второй, я, пожалуй, тоже так поеду. И в результате вот нас тут поднакопилось. Ну что, будем искать окошечко, где можно будет обойти. Здесь тоже дорога так без особо крутых подъемов и поворотов, но тем не менее они здесь присутствуют. Поэтому зона видимости ограничена. Что ж, будем выбирать карманчик. Искать форточку. Ждать зеленую полосу. Кто как назовет. Едем, ребятки, едем. Что, ребятки, обошел я троих. Вот они у меня сейчас в зеркале заднего вида. И остался у меня впереди бригадир. А, я немножко не договорил. Там цепочка-то как строится. Первый едет как хочу. Я никуда не спешу. Второй, меня все устраивает. Я тоже, пожалуй, поеду с такой скоростью. Третий едет, думает, когда начнет второй первого обгонять. А четвертый думает, ну когда же они там впереди разберутся. И вот из-за этого всегда получаются вот такие скопления. Так, плохо, что у меня нет рации подсказать. Вот у меня сейчас оттормаживается, значит, пропускает. Друзья, всем, кому интересна трасса Киров-Пермь, прошли мы 964 километр, и впереди у нас опять реверс. Реверс связан с ремонтом моста, о чем и гласит нам сейчас указатель. Горит нам пока красный. Все, кто навстречу прошел, это как раз коллеги, которые стояли на Киров. На свой зелененький прошли, а мы ждем, пока загорится нам. Не знаю, насколько он тут долго горит, но, по крайней мере, коллега идет навстречу под зеленый, я думаю. Ну вот и наш зелененький. Постояли меньше 5 минут, наверное, даже 3. Да, идет у нас здесь капитальный ремонт моста через речку Обва или Обва, что-то не обвал, да. И так вот здесь меняется покрытие полностью. Не провалиться, да, сейчас грязюка такая, что можно утонуть просто. А мы поехали. Дорожка подсохла, дождик прекратился, на улице 8,5 градусов, время 13:03,
это по Москве, по местному уже 15:03. Но ничего, пока светло. Едем, и скоро у нас обед идет. Так, проходим мы перекресток на Кудымкар. И здесь смотрим, бетонными блоками обнесли что-то здесь над, по центру. Наверное, будут какую-то площадку делать. Может быть, мост. Но подо что-то тут они конкретно делают планировочку. Здесь тоже выходим на эту дорожку. Здесь тоже новенький асфальт. Ну, не совсем новый, конечно, но в хорошем состоянии. Да, на обочину лучше не съезжать, потому что все обочины глинистые и вдобавок еще и грязные. Здесь съехал и остался здесь, на этой обочине. Хорошо, если совсем не засосет, туда он на бок не ляжешь. А здесь вот отсыпали тоже под площадочку, я так понял, да, кармашек сделали. Может, даже в будущем заасфальтируют. Что это у нас? Я думал, опять регулировщик стоит, а это топограф. Эти экскаваторы. Ну, здесь, так скажем, ремонт обочины ничем на движение пока не влияет. Ребятки, а здесь у нас
разобрали мост целиком. И сделали у нас аппендицит. Да, здесь вот, конечно, они сделать-то сделали. Но надо поровнее делать, чтобы люди-то не крались тут на первой передаче. Да. Что ж, чем-то приходится жертвовать. Ради хорошей дороги потом. А, тут вон трубы они положили. Я думал, здесь будет мост. Оказывается, трубы. Ну, трубы, значит, быстренько потом засыпят. И все будет нормально. С мостом было бы сложнее. Мощные машинки. Каточки. Там целый танк стоит. Наверное, Росальянс. Наверное, челябинский трактор-то, нет? А может, чебоксарский? Дошли мы до Сергина. И здесь, ребятки, все то же самое. Все тот же новый асфальт. Делают уже придорожные территории. Так что, кроме той вот заминки на этом аппендиците, здесь дорожка в чудесном состоянии. Так что, ребятки, здесь через Киров теперь ходить можно. Дорожку подделали. Здесь осталось им только в обочинах уложить вон водостоки, чтобы не размывало подушку. Какая все-таки глинистая здесь почва, да? Это красная-красная глина. Друзья, вот и мы доехали до этой развилочки, где у нас Т-образный перекресточек получается. Налево у нас на Пермь, направо у нас на Казань. Здесь, как обычно, у нас гайцы молодцы работают на перекресточке. Перекрест, конечно, такой не очень удобный, особенно сегодня пятница. И движение сегодня совсем уже другое. Так, справа у нас никого. Зато слева у нас хватает. Ну, как раз сейчас за Тойоткой. Нет. Быстро идет. Не будем рисковать. Да, поток идет тут как раз пятничный. В сторону Перми, главное, только одна фура прошла. Зато сюда нескончаемый поток. Ну вот вроде окошечко появилось. Блин, зато теперь справа пошли. Юкалыманы. Ага, все. Марсик заворачивает. И мы как раз сюда выйдем. Так, все, ребятки, сейчас у нас буквально через 3 километра будет пельменная с правой стороны. И я предлагаю вам прогуляться и посмотреть цены.
посмотреть ассортимент, ну и вместе со мной покушать. Если, конечно, хозяева не будут против. Ладно, сейчас все посмотрим, все увидим сами своими глазами. Друзья, вот мы и добрались. Перекресточек у нас на Григорьевскую, отсюда и название — кафе «Пельменное» на Григорьевской. На той стороне мы уже кушали в прошлый раз, я вам показывал, а вот здесь пельменная другая. Я думаю, у них, наверное, хозяин-то может один, а может быть и разный. Так, сейчас найдем, где припарковаться. Хочется всегда поближе встать к столовке, чтобы далеко не ходить. Но не всегда здесь места, конечно. А, ну вот здесь есть окошечко. Сейчас мы сюда и припаркуемся. Да, и тут, конечно, вот ямка-то она ни к селу, ни к городу. Тут даже не яма, а канава. Вот здесь мы и встанем. Вот она у нас справа, кафешка «Пельменная», добро пожаловать. Название уже что-то он тут у нас встал, друг. Да, и куда? Так, ладно, ребятки, разберемся. Походу, тут он проехать решил.